Ну а что еще можно театру пожелать, кроме зрителей? Я не понимаю, это же показатель. В общем, тогда а я вот думаю, есть зрители, сейчас значит, масса есть всех театр. Есть статуэток этих самых призов, маска, да. Вот, мы не избалованы. Но тем не менее, когда вот сегодня, кстати, в театре вывесили, что наш театр за спектакль «Дороги», которые нас выбирают, это такой действительно наш чистый российский мюзикл. Это Андрюша Семенов и, значит, написал это по Генри, они сделали спектакль, я им помогал. Вот, и мы получили на фестивале премию, называется «Гвоздь сезона». И прямо даже в моем ироничном отношении ко всему делу висит в театре создатель и участник спектакля, поздравляют с премией «Гвоздь сезона». Думаешь, а какая вообще из премий и наград? Идеология актерская. Да, из премий и наград ваших была самая неожиданная вот для вас? Или вы напротив как-то думали, что, ну да, наконец-то получил я там народного, или там... Вот, все, ну, это было... это у нас вот эти народные, заслуженные, это же уникальные в мировом масштабе. А вообще страна уникальная. Ну, да, поэтому, ну, в этом плане тоже. Да. Даже вот сейчас у нас новый гражданин, этот как его, Депардье, да? Угу. Так. Он мог сейчас стать заслуженным артистом, где? В Бурятии, что ли, его предложили работать. Ну, где-то Депардье предложили, да, заслуженный артист Бурятской ССР. Ну, а я вот... Его бы обратно во Францию уже не пустили просто из-за этого звания. То есть вы неодобрительно тоже к нему относитесь? Как к нему? Вся... Нет, почему? Он замечательный, мощный мужик. Ну, просто, понимаешь, когда кругом такое количество гениальных русских актеров, да? Вот так все время. Но какие, с вашей точки зрения, недооценены гениальные русские актеры? Масса. Которые, ну, кроме вот... Ты понимаешь, что я ведь не знаю их фамилий. Но я, в смысле цыганской нашей профессии, мы же мотаемся. И попадаешь в каком-нибудь Таганроге, Брянске или где-то, да, случайно в театр, и видишь пожилых актеров, например, да, и заглядываешь, думаешь, другое дело... Система вынимания оттуда и перенесения сюда, это дико. Были случаи, прецедентов очень много. Людей, которые настолько там приживаются, что в нашем мегаполисе, в этой страшной варильне в котле, не приживаются. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».